Там, короче, Никоглая обоссали. Причем в прямом смысле. Ну, короче, типа вот эта красная тачка, это машина Никоглая. А это какие-то школьники, которые, соответственно, то ли это, ну, фэк, то ли это еще что-то. Один из них решил обоссать, видите, там написано, как бы, никнейм Никоглая. То есть он на тачке написал, блядь, Никоглай. Ну, ладно. Ну, а какой-то пацан, значит... Блядь. Не знаю, типа, реально ли обоссал машину. Или постанова, я хз. Это просто пизда. Ну а дальше? О, ты нормально так, типа, переверни на меня. Ебать, Эвилон? О, ты нормально так, типа, переверни на меня. Бля, я думал, Эвилона. Человек, получается, получается, ты соком полил машину. Соком полил машину. И... Соком. И пришел сам же на разговор. Видимо, хочет исправить поступок. Понял, что не очень это, наверное, веселая, забавная провокация. И сейчас, наверное, вытрет правду на то, что он сделал язычком на видео. Да, ну, не язычком, хорошо, конечно. Просто футболочкой протрешь, потому что... Носком. Носочком можешь, да, протереть. Футболочкой нет. А как? Ну, а как это получается, что ты сделал такую провокацию и... Так себя ведешь, получается, отказываешься вытирать это. Я могу вытереть носком. То есть ногами. То есть ногами ты будешь, да? Еще машина. Да. Ногами ты будешь, да? Да. Послушай, не хочу показывать пример. Некрасивый на камеру. Я не хочу тебя бить. А я хочу с тобой поговорить. Ты на канале. Ну, такая вот суета происходит, короче говоря, да. Оскар, думаете, постанова? Ну, не знаю. Ну, если постанова, сыграли они хорошо. В принципе, я бы Оскар вручил. Ну, хуй знает, на самом деле, чисто. Гадать, сидеть, да, что там, постанова это или нет. Я думаю, что, возможно, нет. Это Кент его, он вроде светился на каком-то его видосе. А, ну все, тогда постанова. Тогда все понятно, тогда постанова. Тогда это постанова, окей. Тогда это постанова, тогда тут уже ничего не скажешь, блядь. Ну, что я могу сказать? Ну, блядь. А США, а в США, а США, а в США. Тут есть человечина и ЦСШ. А США, а в США, а США, а в США. Тут есть палки.